историческое событие. Да. Как мы долго этого ждали. Дмитрий, поздравляем вот с каким чувством, ощущением. И уверенность, что теперь наконец то, за что мы так долго боролись, наконец-то осуществляется. Возвращение домой, возвращение в великую Россию. В конечном итоге дело идет к восстановлению Советского Союза. Развивать эту тему дальше, наверное, это потому, что процесс еще долгий и так дальше, но один из шагов на пути к этому. Іншими ДНР, ЛНР, тобто все підмасовано, це будуть не ті цифри, які це не будуть реальними цифрами, а ті цифри, які саме вони захочуть, будуть ставити. Ну і просто все буде аналогічно з Кримом. А там точно будуть люди, які прийдуть туди і захочуть проголосувати за відлучення, але я вважаю, що таких буде меншинство. И, скорее всего, туда будут привозить еще людей, которые просто должны отдать свой голос.